Здорово. Пришло у нас время. Пришло время прохождения Нио 2. Что-то она долговато грузится. Ну, естественно, будем проходить версию для PS4. Так, одну минуточку. Спасибо. Хорошо. Нио 2, значит. Ха не читается. Да, это используется функция. Игра мне, кстати, определила, что я запускал демо-версию, поэтому она подгрузила персонажа из демо-версии. Вот. Что хочется сказать? Во-первых, опять Team Ninja. Видно, да? Опять Team Ninja. Только мы закончили с Ninja Gaiden Z, Ебата, да? Но Ебата как бы не разрабатывалась Ninja, а Team Ninja, да? А вот Нио и непосредственно оригинальная, ну не оригинальная, а трилогия. Так, ну-ка, дропайся. Трилогия Ninja Gaiden, которая выходила уже непосредственно на Xbox и PlayStation, она уже разрабатывалась Team Ninja. И свои наработки, как вы знаете, да, их наработки перекочевали непосредственно в Нио. Ну и впоследствии в Нио 2. А, к сожалению, первый Нио у меня не сохранились записи. Ну, как бы... Они там и не могли сохраниться, потому что я начал стримить в момент выхода DLC. И стримил я только DLC, прохождение DLC-шек. И то не полностью. И второй Нио очень сильно ждал. Так, одну минуточку. Тут-тут-тут-тут. Хорошо. Будем, ну, с чем это ознаменует, а? Выход Нио 2. Он вышел уже полтора месяца назад. К сожалению, из-за гребаной пандемии я не смог вовремя приобрести диск, поэтому пришлось ждать какое-то время, да. Наконец-то я его купил, но... Я хотел вообще на самом деле купить версию для PS, ну, PSN, электронную версию. Почему не хотел покупать диск? Почему, вот если вы спросите, почему у меня нету диска первого Нио? У меня есть диск первого Нио. Но у меня нету русского Нио. У меня есть японский, ну, к сожалению, не здесь, надо будет принести. Японская версия есть. Куплен вообще у меня первый Нио в PSN. Но есть японская версия без вот этой вот хреновой, блядь, блямбы вонючей. Меня вот эта блямба, на самом деле, на дисках PlayStation очень сильно бесит, вымораживает. Нахрена ее делает такую огромную, блядь, это вообще жопа какая-то. Я вообще не понимаю, кто этот человек, который ляпает эти блямбы, он вообще аутист. Есть же хороший пример.
То есть, и ладно бы, если бы они везде, на всех дисках были, да? Но есть же хороший пример. Вот, допустим, возьмем диск Диабло 3. И где написано здесь, что русский есть, блямба? Нет. Вот здесь вот, вот здесь вот маленьким шрифтом написано. Русский язык, флаг, все, все понятно. Нахрена вот эта огромная, блядь, блямба, вот, для сравнения, да? Ладно. Изначальные, как так называется, пригорания. Мы пропустили. Чем ознаменуется, да, начало прохождения EO2? Это ознаменуется тем, что, блядь, походу я стримить долго не буду, потому что после прохождения я буду выбивать платину, и поэтому мои стримы на какое-то время прекратятся. Ведь платина в NIO это достойно, так называемо. В первом NIO я выбил в свое время платину, и выбивание платины у меня отняло у меня очень большое количество времени. Я надеюсь, что я буду также рад и счастлив здесь выбивать. Окей, сюжет. Начало похоже на Дракенгард 3, кстати. Так, одну минуточку. この未来は限りなく広がっておりますれば。
Так. Что там было? Я что-то пропустил все. Не вовремя мне позвонили тут и сообщили, что, блядь, я опять остался без работы. Замечательно. Поэтому, ребят, донатьте мне. Есть ссылочка там где-то в описании. Ссылочка на донат. Переходим. Не стесняемся, да? Так, где там было-то все это? Ну, блин, где? Что там за мужик-то был? Я не понял. Так, понятно, лезвие, чувак победил. Выковав лезвие из амрита, я так понял, да? Чё за демон-то? Живи, дитя мое, будь сильная. Что за ребенок? А, это типа понятно. Угу. Окей, все, разобрался. Разобрались. Основа, лицо. Ну блин, лицо мне нравится. Я омае ни кусо ниру то йой. Итоши омае но соно мени но. Так, Лен, давай меня перекинь обратно. Разреши меня перекинуть обратно. Хорошо. Так, мне ее глаза, в принципе, нравятся. Шаблон. Блин, я такую неплохую девчонку сделал-то. Так. Ой, нет. Ну, кстати, вот так вот ничего так. Аксессуары, тип. Нет, без аксессуаров останемся. Что там? Но мне вот так вот нравится, кстати.
господи. Давай-ка покороче, да, немного. Вот так вот, чтобы они не сильно длинные были. Так, макияж. Макияж, подводка есть. Тени для век, ресницы, помада. Хорошая получается девчонка у нас. Как-то игра очень тихо. Форма Юкай. Ну, наверное, так и Стэмбер. Так, а у Стэмбера мы сейчас... Нормально, мне последнее понравилось. Ух ты, май гад. Анзуру нива оёбану. Доно ёна сгата ни нару то. Итоши ё вага коё. Вот такие я волосы хочу себе. А просто рога можно, да, поменять. Ну давайте просто волосы. Это какой вид? А, призрак. Окей. Вот кода облика. Можно код облика где-то раздобыть. Вот почему... Вот да. Так, ну... Что ж... У меня PlayStation решила разогнаться до сверхзвуковых скоростей и улететь в стратосферу. Да, будем использовать, в принципе. Я просто за девчонок особо не проходил игру, вообще не играл ни в Dark, ни в Demon's Souls. Только в Bloodborne вроде бы проходил за девчонку. Поэтому как-то хочется.
Окей. Так, ну понятно, это хаб-локация. Та самая изначальная, да? А, в принципе, я думал, камеру надо будет убрать, но, в принципе, я не сильно загораживаю, да, инвентарь. Так что, наверное, можно так меня и оставить. Нет, персонажа мы не будем пересоздавать. Итак-с. А что это за место такое? Что за хаб интересный такой? Так, теперь будем думать, с чем мы будем ходить. Я уже говорил в DLC, что я Нио проходил с катаной на основном слоте и с двумя катанами на... втором слоте, но потом две катаны я переключил на тонфы непосредственно уже в DLC. А когда я проходил демо-версию, да, Нио 2, с катаной возникли какие-то сложности у меня, поэтому одного босса я убивал Адати. Так что я предлагаю, наверное, взять Кусиригаму. Или топорики. Блин, хочется и тонфы взять. Ладно, давайте решать, что возьмем на первый слот. Не топор, это стопудово. Топор мне не нравится. Топорики. Топорики, топорики. Или тонфы. Давайте возьмем топорики на первый слот и отдайте. А, можно посмотреть. Ну, девчонка с топором прикольно выглядит, ладно, и возьмем еще. А что там на нижней стойке? И отдать. Что место такое? Ладно, сейчас нам предложат выбрать духа, да, я так понимаю. Это кто такой? А это птица. Ну я не знаю, все берут просто огненную собаку всегда.
какое-то непонятное. Это волк. Наверное, мы его и возьмем. Хотя нет, давайте молнию, все-таки молнию. Да? Так. Как мне войти в духа? Топорики можно кидать. Отлично. Это хорошая вещь. Так, давайте вспомню облик Якая. Я просто смутно просто помню. Контрудары. Использование одной анимы для выполнения... А, анима это что? Это вот это деление у нас полоски, да? Фиолетовая полоска это полоска анимы. Для выполнения контрудара, зависящего от выбора духа-хранителя, контрудар дикости на время превращает вас в Йокай, затем выполняется быстрый рывок вперед, при этом позади остается ваш призрачный образ. Если после выполнения рывка перед сокрушающим ударом противник попадает в этот образ, вы наносите противнику заметный урон ки. Не понял. А, он должен напрыгнуть, типа, или чё? Хреновая хрень какая-то, контур удар. Ну-ка, вставай. Вставай. Понятно, прям в самый последний момент. Захват Йокая.
Так, шаг в тень уклонения, X при уклонении слабого удара, удар теней, слабый удар, что там? Образовываться Амрита. Ну понятно. Изменили, кстати, до этого было какое-то по-другому обучение, какое-то странные эти духи были. Ну, в демке имеется в виду. Здесь что-то изменили. Они теперь действительно стали полезные. По всей видимости. То мы покидаем это место. Кайф. Вы получили обломок священной ветви. Ветвь Химатори, что ли? Возродившись, воспользовавшись им в ходе выполнения задания, вы покинете здание и вернетесь к карте, при этом потеряв всю свет. Ну да, это ветвь Химатори, да, вроде бы называлась. Так-с, экипировочка. Экипировка служит для проверки и смены экипировки для быстрого разговора. Также можете проверить сохран душ выбранного духа хранителя и эссенции души, но поменять их здесь нельзя. Отдайте топорики. На голове у нас ничего нету. Мы, наверное, шлем уберем. Аксессуаров у нас нету. Эликсира у нас два. Эссенции, понятно. По предметам.
Любимые предметы. Ага, эссенция находится в гармонии, надо смотреть. Способность Юкая. Изучение навыка позволяет изучить новые навыки, тип очков навыка должен совпадать с категорией интересующего навыка. Здесь также можно ознакомиться с информацией уже имеющихся у вас навыков. Меня больше интересуют навыки на топорике. Что у меня есть? Это у меня есть, да, я так понимаю? Нет, это нихера нет, вот это есть. Так, заряженные броски. Этого у меня нету. Хорошо, что этот бэкстеп и гардворейк у нас тут работает, да? Изначально, вот. Добивание есть. А это что? Количество, да, при смене стойки. А где прям дыш? Что-то я не вижу дэша. Его вообще нету. Восстановление энергии ки при успешном уклонении. Ладно, будем искать. Хорошо, это все. Персонализация навыков. Замечательно. Все осталось, в принципе. Состояние, экран состояния. Информация, ба-ба-ба. У нас 5-й левел. Нет, уровень у нас 1-й. Сила и навык у нас прокачанный, значит, прочность такая, подвижность Б, подвижность, к которой я буду стремиться. Здесь можно проверить очки навыки. Так, здесь можно проверить очки навыков и уровни мастерства. При повышении мастерства его уровень растет, и вы получаете очки навыка. Выполнение повышения мастерства зависит от следующих факторов. Навык обращения с оружием, использование соответствующего оружия в бою. Навык ниндзя и магия меда, использование предметов в дзюцу. Бля, уровень навыка оборотня. Уровень навыка оборотня? Оборотня? Мастерством не повышается. Но увеличивается по мере сбора вами фрагментов душ. Фрагменты душ можно получить при очистке сенсии. Чего? А, оборотень, блядь. Вон, вижу. Так, погоди, погоди. Здесь что, на всех, что ли, есть? А, это понятно. Ну, все окей. Так, замечательно. Теперь можно посмотреть уровень здесь. А раньше где-то в другом месте мы его смотрели. Епцис. Так, самурай тут не качается. Что там еще? Еще есть дополнительные характеристики. Астральная мудрость. Так, а погодите-ка. Анима. Я правильно понимаю, что анима... Это количество требуемое для использования способности Юкай для контрудара анима. Ага. Это я правильно понимаю? Что такое астральная мудрость? Титулы у нас
Да, подождите-ка. Так, память Амриты. Та-та-та-та-та-та-та. Сюжету у нас ничего еще нету. Ладно, идем в додзю. Изменить свою внешность, выбрать и просматривать иллюстрации. Так, в истерзанной воинами стране нет спасения от буйствующих якай. Героиня полукровка, получеловек, полуякай с бессмертной душой дает отпор этим чудовищам. Путешествия по стране в этих тяжелые времена она обзаводится союзниками и покровительством духов-хранителей. Героиня слышит ласковый голос матери, рассказывающий ей о юноше, но что истреблял демонов в стародравние времена. Внезапно речь ее превращается в странный вопль, ее поражает вооруженный посохом незнакомец. Перед самой смертью она отдает дочери светящийся кинжал. Это тот самый день, который выкован из Амриты был. Это уже ужасайшая сцена встает перед героиней в кошмарах каждую ночь. Ужасная. Не ужасающая. Ужасающая. Сказать не надо было. Героиня просыпается от дикого стука. Ну, это мы видели, понятно. Посетители. Давайте пройдем обучение, чтобы они отметились у нас как пройденные, потому что, я так понимаю, она будет проходить все додзё со временем. Хотя додзё какое-то странное. Убить надо, да? Давай дальше. Mm-hmm.
Так, пульсация энергии Ки, все понятно, мир Якай. Вот помню, в первом Нио пытался понять, как это делать очищение, блин. Поначалу было вообще неясно, когда нажимать контрудары. Блин, опять что ли заново? А что, нельзя меня сразу было это за превратить? Давай дальше. Хорошо, задание завершено. Давайте мне продвинутую версию, блять, а то управление все это знает. Так, есть. Основа управления есть. Давайте тренировочный лагерь. Заодно и это... Ручки, руки. Ручки, руки вспомнят. А вот наш Дадзё из первой части. То я в него 100 лет уже не играл. Сразиться с ниндзей. Дайте мне топорики. Топорики это. Блять. Да ёб тебя. Блять, без восстановления Амриты, конечно. Так, стоять. Подожди, я чё, это... Меня отхиляли, типа, да? Или чё? Я умер, да, и меня отхиляли. Тупняк. Чё-то мне не нравятся топорики, на самом деле. А чё такое? Чё это было?
Просто Амриту зацепить. Помню этот мост. Здание. Воин, блядь. Призрак шах. Так, нижняя стойка. Нижняя стойка, в принципе, все, чё, блин, нифига нету, ладно, пойдемте. Где у меня счетчик Амриты, кстати, я что-то не вижу. Ну я все прошел, чё, нет? Странный тренировочный лагерь такой. Вроде бы, кстати, он был, да, у нас в оригинале, ну, в демке. Там сидит шут, как кони. Так, отметилось, да, отмечено, все, ништяк. В Рататоре. Экспедиция случайной встречи, понятно, это онлайн. А что значит 6-1-500? Шесть предметов. 61 предмет из 500. Или 6 предметов из 500. Ладно, деревня проклятых лепестков. Под сакурой в цвету я живу в ночи, героя. Что спасает нашу деревню от заполонившего ее ужаса? Похоже, автор этого письма знает о том, что я уничтожаю, имя автора не указано, но пришло оно из деревушки, называемой Дзюсанзакурой. И если там и правда водится якай, стоит туда наведаться и посмотреть, в чем же там дело. Так, у нас 7 маленьких пацанчиков. Уровень сложности 2, все там, награда пройдена 0 раз, уничтожено проявление мира тьмы. Ноль, это что, это можно посмотреть? Этот, как он называется? Сумеречное задание, типа, что 0? Ладно, окей, начнем, приступим. Не уверен, что мы сегодня дойдем до босса. Просто мы уже час рассматриваем игру. Будет, естественно, прохождение неспешное. Потому что я люблю качаться, я люблю все собирать. Провинция Мино. В общем, я вот такой вот любитель всего экстравагантного. Можно сразу левел качнуть. А почему у меня перешло, вот топорики перешли на двойку, а не на однёрку? Вот вопрос.
Так, с другой стороны, давайте погромче сделаем игру. Хотя, может быть, в настройках... Подожди, что? Это не сальт, это фляг. Вы чего, ребят? Так, давайте сделаем погромче игру, потому что я вообще ничего не слышу. Так, а вот так это громковато, да? Немного вот так вот сделаем чуть. Капюшон волка. Ну, кстати, для времена коронавируса вообще неплохо. Отдайте, сразу же упала. Получше моего. Это чё за конь? Так, надо отдать, явно брать тут. Че, попробую? Так, вот здесь надо было... Чё у меня только хп до хера? Да почему не получается? Да ёб...
Камон, как ты попал? Я не могу затащить. Полезно, походу, здесь бодаться с ним. Понятно. Я думал, что он здесь не пройдет на самом деле. Малыш, давай домой. Чё? Чё ты говоришь? Да, он жесткий. Наручи. Мы его развалим, наверное. Надо просто чуть-чуть качнуться. Мы его развалим. Ну, вы сами видели, что как бы я он пол хп ему снес-то. Ну, ему пофигу. Он сносит тоже хорошо, просто у меня хилки закончились. И можно было тут, наверное... Я где-то слышу мелкого пацана, но я его не вижу. Так, тут у нас демон. И мы к нему сейчас не пойдем. У нас они там риты. А, мне предлагают научиться контрудары делать. Спасибо, я пока придержу немного.
Он что, разбился, я так и не понял. Разбился, кровавая могила, можно, кстати, с ним сразиться. А чё мешки-то не ломают? В первой части мешки ломались. Ну вы чего, блин? Так, топорики... 28, а что мне будет? Ага, вес экипировки 52, бля. Не, давайте пока мы... Два тати, а вот и топорики, отлично. Кто это? Если это обезьяна, то пиши пропало. Давайте сходим сюда, ну, на это, на бонфайр. Благословение Кадама можно сделать. Так, отлично. Повышаем левел. Опять уровень, да? Ну, я думаю, просто пары, наверное. Хотя, блин, здесь бы хилку. Давайте хилку сначала уже прокачаем. Сложение. Получили очки навык. Откройте меню. Так, очки навыка самурая. Качаем эту штуку, потом туда качаем. Тут сразу понятно, что качаем. А чё мне не хватило? Мне не хватило... Немного не хватило, да, для еще одного левела. А, 1000 надо, блин. Тысячи еще нету. Ладно, давайте попробуем его бахнуть. Блять, это этот уебок. Yeah.
Ну. Добивай, блядь. Немножко пропустил момент с этой, с пульсацией энергии ки. Топорики мне не нравятся однозначно уже. Но может еще привыкнуть к ним? Так, еще один малыш, давай домой. Не помню, как посмотреть, сколько их на локации. Так, это срезка, которая мне как бы нафиг и не нужна. Ага, пацан сверху. Угу. Окей. Ага. Все заюдан стой. Ну ты как сраный тярва. Так, ну ходи ты, ёб тебя за ногу. Зачем я начал махать, блять, а? Спросите меня, зачем я начал махать? Советы какие-то еще. Что ж, первая смерть. Ништяк, эликсир.
Так, монетку мы соберем. Я на самом деле тупанул, я просто не посмотрел, что их там два чувака. Сейчас сверху прыгну. Давай, прыгай. Хорошо. Сейчас мы спрыгнем. Ты с топором, конечно, посерьезнее враг, чем вот этот вот. Он даже не заметил, прикиньте. Так, Амриту я все вернул, это хорошо. А чё это? Ни хрена себе, он мне хп снял. Снял, блять. Снес. Я что не понял, я же его вроде бы забодал. Ну, в смысле, вот, прокруткой, как называется, или как он? Ну, вы поняли. Ага, бля, что хотел это? Так, я хочу посмотреть, во-первых, у меня какие-то навыки появились. На топорик есть навык, давайте позырим. В конце комбо, отлично. Препарирование. Берем вот этот. Средняя стойка, да? Отлично. Так, там вроде все собрали. Вроде бы да. И поэтому переходим. Так, меня интересует, знаете, что... Сколько комиссии-то? Эссенция души очищена, благословенность МССР, подтвердить. А где гармония, посмотреть. Сумма гармонии минус один, а... Ну и пофигу. Так, здесь 7, да, 7 из 2, окей. Точнее, 7 всего, 2 нашел. Повышаем левел. И одну минутку.
Так. Давайте еще немного поиграем. Так, что там у нас? Качнулся, да? Да, качнулся, все отлично. Что мне это постоянно кидает, а? А, это другой уже. Другой прием. Там что, лучник? Да, это походу лучник. Блин, соседи опять орут. Я, наверное, могу вот это вот. Ну-ка, иди сюда. Да. А что там? Меня кто-то услышал, да? А где еще? А, на крыше. Угу, понял. Понято, принято. А что тут нихера нету? Оп, малыш. Так, это третий, да? Столько запертых дверей. Ага. Понято, понято, принято. Убьем его. Вскоре. Надо сейчас лучника выпилить. Опять этот чувак с топором. Понятно, понято, принято. Он тут не один. Блять. Хорошо. Ништяк, лук, лук есть, все. Это победа.
А, у меня уже был лук. Тем более победа. Наручи тяжело, надо качать это. Катилу. Меч для харакири, понятно, меч, который, ну, с которым можно вернуться на бонфайр, при этом умерев, да, насколько я помню, все потеряв. Да, это хреново, потому что чувак меня услышал. Зря не восстановил, конечно, энергию пульсации ки. Это не замануха, нет. Хорошо. Японские ножницы. Защита, понятно. И это что за горлянка? Зарабатываем рита, блин. Надо не забывать ставить все это. Все это дело. Так, лестницы. Понятно. Сейчас идем, в общем, наверх. Там убиваем чувака с лука. Он к нам не прибежит, потому что он не может. Но это его косяк, что он не может к нам прибежать. Так, у него шлем. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Стратегическое отступление. Иди сюда. Да наведись ты. Давай, бей.
свидания. Чувак с мечом где? Он умер? И он где-то застрял. Главное, чтобы они потом в спину не воткнул свой меч. Ой-ой-ой. Хрена себе. Хрена себе. Это было, конечно, очень некрасиво с его стороны. Я даже не ждал, что он мне столько хп снесет. А к Сакуре нельзя подойти, да? До свидания. Слышу Кадама. Подниматься будешь, нет? Но я не буду спускаться, смотрю. Там один лежит наготове. Давай, малыш. Я знаю, что с помощью пульсации все это делает. По навыкам самурай. Так, отклонение — идеальный момент. Автоматически восстанавливает пульсацию энергии ки. Ништяк.
Не понял вообще, только средняя нижняя стойка. Если за этим ударом высечите запас ки, противник вам будет сбит с ног. Увеличивает расстояние броска. Парирование. В конце комбо. Блин, наверное, ки лучше увеличить. В конце комбо бросает топорик. При парировании. Давайте возьмем. А, мне нельзя ничего. Подождите, можно что взять? В смысле нельзя? Ну, у меня одно очко есть. А, это надо задание выполнить. Ё-моё. Странно. Так, ну я еще зеленки у меня еще до сих пор стоит. Да? Что там по этим? Подвижность Б, отлично. Неплохо так разобрались. Еще один малыш. Да, игра, смотрите, нас постоянно пытается заставить юзать этот, именно навыки, демонические навыки эти юзать. Потому что без них, походу, в игру хрен пройдешь. Но вот парирование, допустим, мне нравится навык.
Хорошо. Так, это мы прошли. お主何者なんじゃ。俺がじゃ命だけは。そうじゃ、こいつをやるから見逃してくれ。もう何にも残っちゃいねえ。わしらをもう何に。 Плод. Увеличивает вашу аниму. А, восстанавливает, наверное. Так, это явно засада какая-то. Кто? Кто на меня нападет? На принцип, как можно понакачаться, кстати. Но это и совсем будет туго. Давайте попробуем. Чашка отёка, которая нам нахрен не нужна. Там явно лучника надо сразу просто спилить. Опа! Это печально, 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 печально. Поэтому мы отходим. Стратегическое отступление. Давай, иди сюда. Да почему ты... Странно работает. Иди домой. Так, котейка. Я на самом деле так и не понял, что дает эта кошка. Ну, какой-то баф дает временный. Смотрите, котейка сдулась.
あやかしの操り人の断りから外れたる者と知るべし。なんじ、神業の技にて気の器を欠けさせ、さすればその気からすことあたわ。Что это было? Это у меня интересно. Что котейка давала, нужно ли было мне ее с ним идти, наверное, отравяное лекарство какое-то. Что за травяное лекарство? Ага, понятно, что за лекарство. Он один тут? Да ёб тебя. Блять, надо было добить его. Ну, подожди, почему я промазал? Я не понял, вот это я не понял вообще. Я ж попал на него. Да ёбану! Не убивай, пожалуйста. Что ж ты будешь делать, а?
Эликсир мне не дадите, да? Нет? Заберем своего духа. Так, этого сейчас еще бахнем, может он эликсир даст. Нет, он не дал. Не дал мне эликсира. Слушайте, кис. Сейчас я тебя выпущу. Одну минутку, сейчас мы его разберем, этого пацана. Попробуем, по крайней мере, его убить. Хорош. Неплохо он развернулся. Да ёб. Отлично. Затащили. Так, ну-ка уходите. Что тут у нас интересного? А, свеча призывателя, ба-ба-ба. Ключ от внутреннего святилища. Я не знаю, где это святилище было. Я что-то не помню вообще его месторасположение. Оно... Ага. А это оно было. Ага. Так, кушай, кушай. Блядь. Мои ужа. Убеги, пожалуйста. Сейчас тебя поглажу. Ладно, на этом прекрасном моменте, сейчас не буду, мы закончим сегодняшнее наше прохождение Базар Кадама появился. Нио 2, в принципе, это же Нио, меня все устраивает, меня первое Нио устраивало. Сказать тут больше нечего, кайф. И продолжим уже непосредственно в следующий раз. Спасибо за внимание, увидимся... Блин, а перерыв-то я не убрал, да? Ага, молодец, блядь, с перерывом играю. А чё вы мне не говорите, что у меня перерыв стоит, блядь, уже полчаса. Ладно, всё, пока.